Всем привет! Вот у нас пришел человек такой есть. Илья зовут. Он катается на своей штуке. Трайк называется. Желтый цвет. Желтый цвет. Если кого-то интересует продажа, продаст за 15 тысяч рублей. За евро. Вот вы сможете вот так вот делать на вот этом велосипеде. Делать трюки. Это Ленчик, зовут Лео. Могу сделать вам. Он делает трюк. Федоров, видите, написано. Это его фамилия, имя, отчество. Поехали. Это Ванетимон. Это Леня. Это Илья. Он дрифтит на своей коляске. Как вам его коляска? А это Леня делает Ванети. Это Рокуил. Тебе не стыдно? А? Тебе не стыдно? Чё? Хули они до нас доебались? Ой, я же не использую ненормативы. Вот эти женщины, которых он снял, такие говорят, о, это эти кисики, я их где-то видел. Короче, у нас 12 подписчиков. И нас уже замечают на улице, ставьте лайки. Да. Как вы знаете, это Ленчик, и он лучший. Сегодня наш оператор, это Ай Дмитров, снимает себя на главную камеру. Ребят, сейчас я буду делать трюки. Падать буду. Как вы знаете, это Санек, я говорил это 5 минут назад. Вот Санек едет. Да. Он ноги вот. Саня лучший. Это Санек, и он умеет делать трюки. А это Ленчик. Снимай его. Ты что ты не снял трех вот это? Сейчас будет попыточка барспина. Так, дай развернусь. Давай, Сань. Ты лучший, я знаю. Давай, Лёнь, твоя очередь. Да, он может. Вы так можете. Если не можете, то подписывайтесь на канал. Эти парни вас научат делать такие же трюки. Такие же трюки научат вас делать, да. А если вы не умеете, то подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки, колокольчик. Вот он вас научит делать так. И он научит вас делать тоже так. Если у нас будет 100 тысяч подписчиков, разыграю полотенце, которым вытираюсь. Вот так вот. Ну я его постираю, да, будет пиздатое полотенце, пиздатый приз. Пол самого Ленчика. Не могу, да, если... Но я у победителя спрошу. Да, надо стирать или нет? Ну вот теперь снимаю так. Саня, слова. Помню, когда-то ставил бар, но сейчас не ставлю, отдыхаю. Вон там и говоришь. Это Леванчик. Руки трясутся, как у алкоголика. Да, он пьет воду. Давайте подъедем ближе. Сейчас подъедем и все узнаем, как он пьет воду. Как вы видели, Ленчик только что попил у Санька воду. Почему ты это сделал? Я это сделал, потому что моему другу вот этому никогда не жалко. Пью я у него или не пью. Он настоящий друг. Все лайки за Сашки, сколько. Ставите 10 лайков. И в следующем выпуске блогер обучение трюков. Мы вот с ним. Выйдем вот туда, будем делать вон туда, на круг.
красота так чисто. Будут видео из самого Санкт-Петербурга, так как я уезжаю 20-х числа. 20-го уезжаешь, 22-го? 20-х числа. Катайтесь вечером, вечером катается. Я просто все делаю с первой попытки, да? Да. Закат красив, как эта Лада. Эти парни катают как профи. Да, приехали на новый спот. Это Саша. Спасибо. Стёпин. Спот вот называется Красный дом. Да, здесь можно покататься на заднем колесе, как это делает Саша Псков. Все подписываемся в инстаграме, ставим лайки, лучшие дизлайки в ютубе. Да, вот, вот такое место. Вот катается мой друг, да. Бля, ну вот посмотрите, как этот пацан прыгает, блядь. Ванетти Нави, блядь, 14 лет. Что творит, блядь, этот школьник? Что ты скажешь насчет Ванетти Вип? Бля, он, кажется, разговаривать не умеет. Бля, ну посмотрите на эти прыжки, нахуй. У меня заводится душа, когда я вижу это. В общем, сейчас увидите пару прыжков. Пацан работает, смотрите, что умеет, блядь. Просто, блядь, ну это пиздато. Вот этот дрифт, езда задом, это просто охуенно. Смотрите, вот сейчас будет пиздатый трюк, маневр, блядь. Вот, как он это делает, это просто пиздец. Его, блядь, скрючило уже просто. Так, едет машина навстречу. Снимаем его. Так, блядь, продолжаем наш прямой эфир, блядь. Это был Илья Дмитровский. Мой друг сейчас будет брать очень большой дроп, очень большой. Так, ну, в общем, сейчас будет попытка номер два. Берет разгон, прыжок, нахуй. И неудача. Попытка номер три. Сейчас парень будет добирать свой величайший дроп. Мы такие еще никогда не делали. Охуенно. Ты просто бог. Подписывайтесь на него, на Ленчика. Можно на меня. Если ссылку, да, оставлю. Если ссылка будет. Да, без очков ты, конечно, вообще стрёмный. Так. Потно мне, ну, потно. Ну всё, поехали, пацаны. Брак. Так, всё, поехали. Куда мы едем? Домой. Давай, блядь, пошёл, пошёл, пошёл! Ну, в общем, да, решил, бля, пацан, с горочки прокатить сюда. Ебашь, сейчас бабушку собьёт, угорать буду. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Хорошо, бля, хорошо. Приветики. Бабушка офигела. Чё, как дела, Сань, после падения? Сейчас инфаркт, блядь, случился. Могу прокомментировать это так. Да выпендривался. Чё, и по траве едет, блядь. Ты чуть бабушку не убил? Чё скажешь? Что скажешь, что это было опасно? Немножко я, конечно, в шанишке пукнул.